special for share.com. The first question, what is the affiliation with Slavic Union? What is the organization about? Take care. Какие отношения с организацией Славянский Союз и что это за организация? Я сегодня дал обширное интервью, большое оно будет, я думаю, в Ютубе и на сайте BodogFIGHT. Поэтому там обширно обсуждали эту тему. Я не хочу еще раз повторяться. Ну, скажу только, что к этой организации я не имею никакого, то есть я не состою в членах, не координатор, не лидер этого движения. А об остальном во всем я рассказал в развернутом интервью, и там все ясно. I already gave a large interview on YouTube today, so you can see it and hear everything that I think about it. But I've got to like to say that I'm not a leader of this organization, I'm not a coordinator or a member of this organization. So that other information you can get from my interview. Thanks. The next question is, how the hell do you get so much power into your hooks? Roman's knockout of Ivel still makes me happy. Как тебе удается вкладывать столько силы в твои крюки руками? Нокаут Айвола до сих пор заставляет меня радоваться. Спасибо за отклик. Все очень просто. Я очень много работал над этим. Но основное это... Это от Бога, это мотивация, отсюда удар идет отсюда, и из души, от сердца. Thank you for the question. I'd like to say that the main thing is motivation, that what comes from your heart, all the power is coming from your heart. And also I work hard and train a lot, that's the result. Что мне не нравится? Мне не нравится, что функционирование такого домика в жизни. Does he train more self-defense in wrestling? Because it's the only thing that is lacking is his arsenal. Понимаешь ли ты сейчас заниматься техникой самообороны и борьбы, потому что, на мой взгляд, это одно из твоих слабых мест. Конечно, конечно, продолжаю бороться. Тренируюсь по той же программе, что да. Более того, я отошел на некоторое время, полгода, от интенсивных тренировок, дабы восстановиться и смог восстановить травму. И я работал над техническими моментами. Поэтому я совершенствовал свои слабые стороны. Sure, I keep on wrestling, trying to make my wrestling perfect. So I work a lot, I work hard. So I work on my technique, so I hope you'll see it soon. What are his daily trainings like? I've heard he loves fancy machines. Утренняя тренировка, кросс, затем борцовская тренировка, потом отдых, вечерняя тренировка, опять же кросс и утренняя тренировка. So in the morning I have a cross, then a wrestling training, and in the evening I again have a cross and then a striking training. Для ОФП уделяю время в конце каждой тренировки либо отдельно делаю. Also work on my physical condition. Мы его ведем на йогу, как только у него возникают либо проблемы, либо какие-то другие, мы все эти регистры, все это поставим, все проверяем, жирности и цельности. Обучаем ваш персонал, и вы продолжаете это делать у нас. Не такие конвейеры. Когда все понятно, тогда все понятно. У меня есть, вы говорите, вот этот бюджет НКО. Она, у нее идет продажа коробок, обучение персонала. У нее тут вот, она ей помогает. По НКО она идет настроение, что вот если вдруг там какая-то проблема, то тут или вот туда, это весь программа и учет ведут. The next question is, did you think you killed Ritz after knocking him out? Показалось, что ты убил Ритца, когда он получил.
Ну, на самом деле удар был сильным. Я искренне переживал за него после победы. Это правда. Actually, the strike was very powerful. Очень сильный боец, я уважаю как бойца. Да, и в свое время я любовал его боя. So I'm worried about his health and vision. Quite powerful punch. He's listed as a sambo practitioner in Wikipedia, but I was wondering what his grappling resume is. Has he trained and competed in pure sambo wrestling and judo? В Википедии есть информация о том, что ты действующий самбист. И я хотел бы узнать, каково твое борцовское резюме. Занимался ты когда-либо чистым самбо, чистой борьбой или чистым дзюдо? Я не действующий самбист. Самбо и дзюдо я занимался с 10 лет до 16 лет. Да, самбо и дзюдо. На сегодняшний день по самбо я не выступаю. As for nowadays, I'm not a samba practitioner. I trained samba and judo in my childhood when I was 10 and when I was 16. When he trains striking for MMA, does he modify his guard to defend the punches from the smaller gloves, or does he stick to strictly boxing guard? Когда ты тренируешь ударную технику, сделаешь ты ставку на то, что ты принимаешь удары в более маленьких перчатках, либо ты используешь просто классическую боксерскую защиту? Использую классическую боксерскую защиту. Yes, I do use a classical striking boxing guard. If he modifies his guard, what does he do? Does he tighten it like doing Bapernaku Muay Thai, where they hold the guard higher and closer to protect the head better, but opening up more for the body? Does he do the Bapernaku boxing variety, where the arms are extended further out to parry more blows before they make contact? Все просто в том, что используешь силу для защиты больше защиты технику бокса или Muay Thai. Больше в процессе подготовки, наверное, конечно, боксерская техника. Но Muay Thai я уделяю достаточно большое количество времени. I mostly use boxing techniques, but as for Muay Thai, I also use its techniques. When training strikes for MMA, does he spar a lot with MMA gloves, and how hard does he go doing so? Or does he stick with boxing gloves mostly for strike training? В общем, ответить о том, ты на тренировках используешь накладки мамочные или больше боксерские перчатки? Я использую больше боксерские перчатки, когда в борьбе я использую как боксерские перчатки для отрабатывания добивания, так и борюсь постоянно в перчатках для ММА, не исключая ударную технику в процессе подготовки. То есть борюсь с ударной техникой. As for striking, I mostly use boxing gloves. And as for wrestling and punching in wrestling, I mostly use MMA gloves and sometimes boxing gloves. The next question is, what do you do for strength training? Что ты делаешь в плане силовых тренировок? Очень разнообразные тренировки силовые, от взрывной бег в горы до занятия с тяжестями и на выносливости, и на силу. Не исключаю ничего. I have very various training for strength, from crossing mountains, walking with special equipment. Тяжелые тренировки и на выносливости. So I had some training for endurance, some hard training, so on and so forth.
Next question is, will we ever see your fight in Affliction? Yeah, I think you will. Pass my thanks for knocking out Richard. That's it. Thanks. Игорь. Игорь. Игорь.